Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня мы с вами будем готовить холодную закуску. Кому интересно, оставайтесь с нами. Для этого нам понадобится яйцо, плавленый сырок, чеснок, майонез и жареный батон на подсолнечном масле. Пропорции: на один плавленый сырок нам понадобится 2 яйца, а чеснок вы по вкусу. Кому больше, кому меньше, тут зависит уже от вас. Сейчас мы яйцо и сырок натрем на терке. Чесночок через чеснокодавилку. Добавляем майонез. И все хорошо перемешиваем. И намазываем на батон. Эта закуска холодная получается очень вкусной. Попробуйте, вам тоже понравится. Рецепт очень простой, но очень вкусный. Если вам понравился наш рецепт, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео.